Точка сбора для всех желающих привести в порядок свой город – набережная. 2 года назад проект ее благоустройства победил во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. А уже в 2020-м в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» набережная начала приобретать новый облик. Украшение Наукограда, набережная, которая стала в день всероссийского субботника объектом уборки, продолжает преображаться. Буквально на следующей неделе стартует 2-й этап реконструкции, который обещают закончить к 1 августа. Всех собравшихся, а это сотни людей, распределили по секторам территории. Под граблями и лопатами в основном мусор, прошлогодняя листва и сухие ветви. Участники субботника предусмотрительно захватили дождевики, поэтому ни погода не стала помехой в уборке любимого места отдыха. Конечно, для прогулки очень красиво. Раньше такого не было. Теперь и дорожки красивые, и деревья привели в порядок. Поэтому очень хорошо, все довольны. Мичуринцы особенно. Ну и потому, наверное... И приезжие тоже, я думаю, должны быть довольны. Губернатор Александр Никитин на субботник пришел с дочкой. Глава региона оценил готовность коммунальной техники к сезонным работам и прошелся по дорожкам ландшафтного парка. На берегу реки Лесной Воронеж напротив дома музея Мичурина Александр Никитин вместе с дочерью и председателем областного заксобрания Евгением Матушкиным высадили несколько молодых яблонь. Я ее яблони назвала Виктория. Мы очень старались ее садить. Мы сначала ее посадили, потом полили, потом закопали, а потом она будет вырастать. Ну и главное, что мы будем ждать? Яблочко. Всероссийский субботник – лучшее место, чтобы напомнить о рейтинговом голосовании за объекты благоустройства. Участие в голосовании, как отметил губернатор, это забота о родном городе и участие в его жизни. Все города – и Тамбов, и Моршанск, и Мичуринск, собственно, все города, которые у нас участвуют в реализации проекта федерального «Комфортная городская среда», они приступают к голосованию. И сегодняшнее мероприятие – это хороший повод задуматься уже о будущих проектах на территории наших городских округов. Уверен, что жители знают лучше, чем мы. Вот, наша задача просто обеспечить, создать условия, обеспечить источники финансирования. Важнее всего прислушаться к голосу народа. Всего на голосование вынесли 25 общественных территорий. Выбирать из предложенных вариантов можно уже с сегодняшнего дня и вплоть до 30 мая. Благоустроят территории победители в 2022 году. Павел Юрасов, Евгений Михеев, Анна Мусатова, «Область новостей».